Повертаємося до нашого гостєвого блоку і другою частиною також будемо говорити про Сєвєродонецьк. У нас вже у студії Владислав Кирилов, керівник Національного корпусу Луганщини. Добрий вечір. Добрий вечір. Вже ми розпочинали, вкотре говоримо про азот, але більше ми говорили з представниками влади, з секретарем міської ради, з заступниками. Ви були на мітингах, ви підтримували вже як громадська організація. А тут громадськість і в тому числі ваша організація, як вона може повпливати на ситуацію, якщо кажуть про те, що навіть і міська рада не може це зробити? Наша активність по азоту почалася ще з перших мітингів, які організовувалися робочими. Ми приходили в качестві людей, які підтримують працівників азоту. Вважаємо, що це одна спільна проблема. Ми всячески намагалися знайти лідерів і ініціаторів цього зібрання. В принципе, у нас это получилось на втором собрании. Мы сейчас активно работаем с инициативной группой рабочих. Это порядка 5-7 молодых и смышленных парней, которые работали и хотят работать, которым также не выплачивают заработную плату. И вместе с ними мы договорились о том, что митинги должны быть более структуризированными, организованными. И все-таки нужно заявлять о лидерах со стороны непосредственно рабочих. Потому что человек, который пытается поддержать общественную активность, он банально не знает, к кому обратиться. Ну, поки ми бачимо, що були мітинги, які були от головою профкому, так, Валерій Черниш, він на минулому тижні організовував мітинг, і на цьому тижні вже і інший мітинг, але знову ж таки люди не знають, до кого звертатися. Вони просто бачили, є відеозвернення, так, до мешканців міста Сєвєродонецька, до працівників азоту прийти на мітинг. І люди вже постфактум бачать там час і місце цього мітингу. Але знову ж таки, хто організатор, не зрозуміло. Давайте более детально действительно рассмотрим этот вопрос, потому что люди должны знать, как обстоят дела, и принимать решения самостоятельно, то есть какой стороне правды примкнуть. Ну и чи є різниця, це мітинг від профкому, чи мітинг, який організували працівники? Вы знаете, для меня принципиально разницы нет. Я считаю, что это одна общая проблема, и нужно объединяться в любом случае. Но инициатива разделения, на мой взгляд, пошла все-таки от профкомитета. Я объясню почему. Когда мы поприсутствовали на втором митинге, узнали о том, что есть люди инициативные, мы начали их организовывать, общаться с ними, мы начали расширять сеть, грубо говоря, контактов рабочих и вырабатывали мероприятия, которые организовали 15 числа. То есть мы не скрывали эту информацию, она была в общем доступе. Я со своей стороны организовал какую-то агитационную кампанию, то есть листовки, палатки, мы агитировали людей и так далее. За все это время профкомитет мог бы выйти, допустим, на меня как представителя общественности. Я неоднократно заявлял, что это нас интересует. Я с Чернышом, лидером профкомитета, общался в Фейсбуке, у меня было краткое общение. Я ему заявлял, что мы не провокаторы, что мы хотим точно так же разобраться. До вас были закиды, что вы провокаторы специально, да, принимаете участие для того, чтобы дестабилизовать ситуацию? Не то чтобы закиды, это я уже знал позже, что всегда пытается администрация найти того человека, которого оставят, скажем так, непорядочным, чтобы люди выплеснули свою агрессию. Вот. И когда мы первые разы начали приходить на митинги, я заметил, что люди почему-то к нам немножко негативно настроены. То есть сразу задавали вопросы, кто вы, почему вас так много, почему вы в форме, почему вы приходите. Ну, то есть такие банальные глупые вопросы, и мы понимаем, что это с чего-то посыла сделано. Это я уже позже узнал, что профкомитет запрещает людям выходить на 15 числа на митинг. Профкомитет окрещивает национальный корпус как тетушками, хотя изначально я хотел объединиться и совместными действиями добиться какого-то результата. Собственно говоря, когда мы объявили о том, что мы будем делать митинг с рабочими 15 числа,
Черныш, который до этого, в принципе, не предпринимал активных действий, по моим данным, кроме обращения бесполезным к депутатам Верховной Рады, президенту и Верховной Раде и так далее. Он просто что сделал? Он понял, что активность берут в свои руки общественники, и дабы не терять управление какое-то, воспользовавшись своим ресурсом, вывел людей на улицы. Я не вижу в этом проблемы. Я считаю, что он сделал правильно, но я считаю, что объединить наши ресурсы было бы целесообразней. Это первый момент. Второй момент, когда мы непосредственно столкнулись 15 числа с тем, что в здании Азота были вооруженные люди с травматическим оружием. Это была охрана, или это было також? Мы не знаем, у меня нет данных, кто это был. Это были люди с травматическим оружием. Ну, в формі вони були там, ну, да, там була бейдж, якийсь охорона. В чорній чи... спецформі без опознавательних знаків. Коли ми об'явили на мітинги, що ми організовуємо ініціативну групу, по одному із представителів з кожної політсили, організації, з нами був народний депутат, який приїхав, це медійне лицо, ми попросили зустрічі з адміністрацією і з профкомітетом, тому що на второму мітингу обіцяли за 2 недели отчитаться о проделанной работе. Мы хотели конструктивно поговорить, впоследствии двинуться на администрацию и там тоже провести встречу. В итоге мы видели, ну, просто какое-то неподобие. Заблокировали двери, спустили ролеты, поставили живым щитом людей. Я так понимаю, что это подконтрольные профкомитету люди. То есть они ожидали какого-то штурма. Я не понимаю, почему идет такая подмена понятий. Это провокация была? Я считаю, что да. То есть нас пытаются окрестить провокаторами в то время, когда руководство блокируется, закупается оружием. Я считаю, что человеку, которому нечего скрывать, он открыт на действие, он открыт на диалог. Вот, собственно говоря, как обстояла ситуация. Ну, зараз ви кажете про так розказати про те, яка була робота. Була заява від Валерія Черныша про те, що на наступному тижні мають вже розпочинати погашати борги по заробітній платі, так яка є. І це от результати зустрічі його з народними депутатами від опозиційного блоку Юрій Бойко, Сергій Дунаєв і секретар Сєвєродонецької міської ради Ігор Бутков. Після зустрічі з ним, от така є заява, що на наступному тижні вже можуть розпочати погашати борги. Очень хотелось бы в это верить, но позвольте заметить, что так называемые оппозиционные силы – это не более чем спекулянты и пытаются просто приобщить себе варто верить результат. Цей заяве и сподеваться людям? Мое мнение, что нет. Надеяться, конечно, стоит, потому что мы подняли бурю общественного внимания, мы привлекли по максимуму и депутатов по всей Украине, не только Сергея Владимировича Жахова. Мы привлекли внимание администрации, мы обращались в правоохранительные органы, мы организовали иски в суд, предоставляем юридическую помощь. То есть мы обучаем людей, как им действовать в этой ситуации. И результат в нормальной цивилизованной стране, он не должен заставлять себя ждать. А той громадський актив, люди, які готові виходити, готові відстоювати свою позицію, їх зараз стає більше? Ну, ви казали, що було 6-7 людей, так? От спочатку ви на них вийшли. Зараз більше людей готові? Я вам так скажу. Вообще, в принципе, в Северодонецке, к сожалению, очень закрепощенные люди. И понятие митингов, понятие того, что у тебя есть какие-то права, которые ты можешь отстаивать, что у тебя есть по статье 39 Конституции Украины возможность мирных собраний и ультиматумов административному ресурсу. Люди с этим, к сожалению, не знакомы. И для них как бы ресурсы митингов, ресурсы обращений сравниваются почему-то всегда с спекуляцией. Ни для кого не секрет, что в Украине вопрос политики в принципе демонизован, да? И для меня это как бы не удивление, но все-таки хотелось бы, чтобы люди более активнее были. Потому что так получается иногда, что люди, которым должна быть безразлична их проблема, обращают на нее внимание больше, чем люди, которые непосредственно работают на предприятии. Тобто также, місцеві мешканці також долучаються активно, не тільки ті, хто працює на Азоті? Когда мы проводили агитационную кампанию по городу, было роздано порядка 3000 листовок, были собраны подписи, в некоторые государственные инстанции совместно с другими общественными организациями, политическими силами. Собственно говоря,
Люди готові відстоювати і виходити не за себе, а там за сусіда, який працює, але який ну майже півроку він без зарплатні, чи то за друга, який точно так же працює, але ну можливо не хоче, чи то боїться виходити, чи то не хоче бути от втягнутий в таку от більше політизований. Так це зараз відбувається, коли багато і політичних сил також піариться на саме цьому запитанні, агітують і кажуть про те, що саме ми зможемо вирішити вашу проблему. Ну я от, до приміру, так опозиційний блок. Якщо бросить в сторону политическую агитацию в целом, то люди понимают, что есть такая проблема, они готовы, они поддерживают нас уже. То есть они говорят, ребята, вы правильно делаете, вы молодцы, но мы также должны понимать, что есть объективные факторы, которые иногда мешают прийти на собрание. Во-первых, это работа. У нас был рабочий день, люди нам прямо говорили, что мы хотели бы прийти, но четверг. А ми не понимаем. Було думки організувати в суботу, там, в неділю, ну коли вихідний? Это была инициатива рабочей группы. Я выполнял скромную функцию модерирования мероприятия. И все. То есть, как бы мы подстраиваемся исключительно под интересы рабочих. Есть еще такие моменты, когда людям банально угрожают. То есть 15 числа вы не должны выходить на митинг, и если вы выйдете, то пишите сразу заявление об увольнении. Это было от правкома, чи від керівників там цехів окремих? По моей информации, это было от правкома, от работников предприятия. Опять-таки, я не хочу сейчас нагнетать ситуацию и говорить, что профкомитет бездействует. Любая администрация, в принципе, заинтересована в том, чтобы предприятие работало, потому что это и их заработные платы тоже. Но по моей информации, они получают заработную плату, а люди, которые работают, не получают. И я считаю, что это уже конфликт интересов. І так не должно бути. Тобто одним є зарплатня, іншим її немає вже півроку. Ну, я вважаю, що так і відбувається. І у мене є інформація полагати іменно так. І також, більше того, так, їм є що скривати. Хотілося б і про інше поговорити. Ну, от майже всі останні мітинги, вони, люди йдуть до обласної адміністрації, потім до міської адміністрації. А в обласній адміністрації яка була реакція? Можливо, ви з кимось спілкувалися? Чи от був народний депутат? З кимось було спілкування? Що говорили, що обіцяли? І чи можуть на рівні обласної адміністрації повпливати на ситуацію? Адже багато хто каже про те, що ситуація може вирішитися лише на рівні Верховної Ради, Кабінету міністрів, ну, десь у Києві, не тут. Когда мы организовывали митинг, мы провели анализ. И я считаю, что областная администрация, у нее больше полномочий и больше связи с президентом, с Верховной Радой. И мы хотели простимулировать работу. Конечной точкой сбора возле администрации было коллективное решение. Мы, хотелось бы отметить, организовали марш по всему Северодонецку. Порядка 400 человек прошлось по улицам города, мы видели поддержку, люди с балконов говорили, что вы молодцы, люди, которые стояли на остановках, тоже хлопали в ладоши, нас поддерживали. Был, знаете, такой акт сплочения рабочих и жителей города. То есть мы всему Северодонецку 15 числа донесли о том, что есть такая проблема. Это было красиво, это было структуризировано. Конечной точкой была администрация. И также мы инициировали группу, которая зашла к первому заместителю губернатора. И там мы в рабочей обстановке обсудили моменты, как можно этот кризис погасить. Обсуждались абсолютно разные моменты. Конкретно хотелось бы отметить, что понимание есть. Работать совместно мы будем. Первое, что мы инициируем, это полная выплатка заработных плат за весь период. Второе, это притяжение к криминальной ответственности людей, которые причастны к задолженностям, к запугиваниям. Третье, это перспективы запуска Азота. Четвертое, это вынужденная национализация стратегически важного, на наш взгляд, предприятия. То есть в совокупности эти четыре фактора возлагают ответственность на государство, и тогда обращение к Верховной Раде, обращение к президенту будут иметь какую-то юридическую силу. На данный момент это частное предприятие. Лише Северодонецького, чи в цілому всієї Остхему груп, тобто Черкаський, Рівненський Азот. Когда мы писали программу нашей партии, мы много времени уделяли вопросу, как вывести Украину из экономического кризиса и в том числе в условиях международной изоляции. И я скажу вам, что мы все сошлись на мнении о том, что нужно национализировать стратегически важное предприятие. Как это сделали даже с банковской установой Приватбанком, я считаю, что это правильный ход.
Но в нашем понимании национализация – это не то, чтобы в стране орган какой-то приходил к предпринимателю и забирал его бизнес. Нет. Проводится аналитика важных предприятий стратегического значения. И государство выкупает... Азот один из таких предприятий. Я считаю, что да. И не только Азот Северодонецкий, Черкасы и Ровно тоже в этом числе. Государство выкупает 51% акций и... тем самым контролируя ситуацию. 49% акций открыто для международных инвесторов и для бизнесменов из Украины. Я считаю, что данный эффект, он будет, и эти шаги необходимы для того, чтобы стабилизировать экономическую ситуацию. Про майбутнє ще хотілося б зупинитися. Надалі, якщо на наступному тижні не буде цього погашення, але якщо і буде, там, можливо, там відсоток, так якийсь, по-перше, чи якщо погасять хоча б за один місяць заборгованість, чи будуть надалі мітинги? І надалі взагалі які плани? Тобто мітинги, але масштабніші, там з залученням більше організацій, більше людей, які будуть виходити, чи це будуть звернення якісь, яка надалі стратегія? Ви вже її пропрацьовували, що буде надалі, чого і що робити людям? Виходити на мітинги, писати комусь, скаржитися, приходити до міськради? Да, є определенна стратегія, видіння того, що потрібно робити. Сейчас мы опираемся полностью на руководство с администрацией. Мы даем срок для решения этой проблемы, неделя, две. Если мы будем видеть, что какие-то есть сдвиги, то мы готовы на то, чтобы пока общественное недовольство сдержать и направить свою энергию, свою работу непосредственно в официоз. Что касается... плохого, скажем так, варианта развития событий. Если это не даст никаких плодов, а по моей информации, сдвиги уже начинаются и в ближайшее время начнут выплату заработных плат, я владею такой информацией, то мы будем проявлять активность в случае невыполнения наших пунктов. Следующими действиями может поступить блокировка дорог выездов из Северодонецка. Следующими действиями может поступить блокировка выездов из Азота, поскольку я знаю, что сейчас предприятие вырезается. Есть информация непосредственно от рабочих. Это может быть блокировка Азота. Это может быть блокировка администрации в случае, если контакт будет потерян. Хотя я бы этого не хотел допустить. Я могу уверять всех телезрителей, всех жителей этого города, что национальный корпус будет с людьми до последнего. У нас есть человеческий ресурс. Мы достаточно подкованы для того, чтобы оказать помощь. Зараз два тижні, так, ви даєте, і потім можуть бути якісь більше кардинальні, так? Орієнтировочно, так. Да. Будемо дивитися, як буде надалі розвиватися ситуація. Дякуємо, що сьогодні завітало до нашої студії. Спасибо і вам. Я нагадаю нашим телеглядачам і радіослухачам, що в студії у нас був Владислав Кирилов, керівник Національного корпусу Луганщини.